Нам нужно, чтобы детей не отдавали за рубеж, потому что за рубеж отдают детей в странах третьего мира, то есть в странах ЧЕ, а мы не хотим быть страной третьего мира. Теперь возникает следующий вопрос. Нам говорят, а дети-то бедствуют? Вы не хотите их отдавать, значит, вы за какой-то принцип, там, первый, третий мир, колониальное, не колониальное, вы приносите в угоду этому принципу судьбы детей. И это нехорошо. Согласен, это нехорошо. Но разве так было всегда? У нас всегда дети так бедствовали. Вот в какой-нибудь стране третьего мира или где-нибудь еще, они бедствовали всегда. Это изначальное свойство, так сказать, страны-колонии, которая потом мучительно преодолевает колониализм. А у нас-то так не было. Или есть наглец, который скажет мне, что в Советском Союзе тоже так было?